Ну что, блядь, Синдресс, это, блядь, еще одна серия по Колесе Фортуны. Блядь, в прошлой серии я просто... В прошлых двух сериях я пососал хуй. Да, что-то другое, блядь, не знаю, как будто... Короче, в прошлых сериях я просто проиграл. Причем очень обидно. Поставил... Прошлую серию поставил на кон просто на... Короче, собственно, в прошлой серии можете посмотреть, там ссылочка в описании, блядь, и на плейлист, в принципе, есть тоже, да, там, и вот прямо в правом или верхнем углу, там, подсказочка на прошлую, на прошлые две серии, и на плейлист, в принципе, блядь, я просто отсасываю член пока что, да. Собственно, в прошлой серии можете посмотреть, я поставил все на кон на одну дисциплину, и в итоге проиграл. Посмотрите, какие там оружия были, очень, очень интересно, и то, как он отгадал... Я в шоке просто. Посмотрите обязательно. Очень интересная там катка, блядь, серия. Сейчас правила все также там есть. Вот, поэтому у Саши поудобнее. Приятно просмотра. Что, блядь? Саши поудобнее. Приятно аппетит лучше. Приятно чипите кофе, пить воды. Приятного вам просмотра. Одевайте пледик обязательно. Приятно еще раз просмотра. А мы начинаем. О, привет! Собственно, ты прикрутил, да, уже? Да, yes. Хорошо, я начинаю. Так. Давай. А дисциплину потом, да, блядь? Охуенно придумал, блядь? Да. Пизда-то, блядь. Давай. Так, первое оружие. Какое же у меня? Какое же у меня оружие? У меня такое, хочу сказать, прям. Интересно. Интересно. Все попы. Я думаю, да, они это будут победные. А? Я думаю, это будет твоя победа. Ну, надеюсь, потому что две подряд серии отсасывать такой себе, знаешь, не хочу третий раз, блядь, как бы. Вот чувствую, брат, сегодня вот твой день. Да. Твой час. Так, второе оружие. Следующие разы. Блядь. Ну, как бы, ну ладно, но это лучше, чем в прошлой серии, конечно. Намного лучше. Давай. Намного лучше, пиздец. Ну, не намного лучше, но лучше, чем в прошлой серии, блядь. Особенно, блядь, с этим оружием. А у меня прям намного хуже. Так, третье оружие и... Не, давай дисциплины какие-нибудь. Ну ладно, пойдет. Давай, какие дисциплины, выбирай. Ну, 100% давай напарники. Напарники, да? Ты это всегда будет решающее. Напарники, значит, да, у нас? Ну, давай что-то другое попробуем, вот так вот. Ты да, окей. Блять, да. Ну, знаешь, что я бы как я... Как будто, выбрал? Чтобы, может, вместо ботов что-нибудь другое попробовать. Типа. Значит, напарники ты выбрал, да? Да. Ну ладно, давай я выберу паркур. Ну так, чтобы разнообразить. Гандон. И Алиса выбирает, да, у нас раз, два, три осталось. Снова от одного до, блядь, трех, нахуй. Давай, ёбаная Алиса. Теория вероятности выпадет один. Алиса, выбери цифру от 1 до 3. Один, скажем, 100%. Число 2. Выпало число 2. Это у нас... Это hide and seek. Прятки. Ну, да, пусть. Как будто вообще ничего не решает наше оружие. Да, вообще. Как будто вообще, блин. Ну, собственно, hide and seek, ты понимаешь, да, что это? Это будут, короче, прятки. Да. Смотри, объясняю. Ну, я вроде объяснял, но объясню еще раз. Короче, допустим, у тебя выпало оружие, да, там какой-нибудь, не знаю, глок. Ты заходишь, ну, типа, затеров. Понял? У меня есть там, ну, определенное время, да, чтобы спрятаться. Я прячусь и стою в одном месте просто. И ты меня в течение 7 минут должен найти с этим оружием. Пусть Алиса скажет, какая будет первая дисциплина. Напарники-то один, паркур-то два, хинантика-то три. Скажи число, блядь, 1 до 3. Выпало число 3. Сколько оно стоит? Hide and seek, получается. Да? Hide and seek. Ну ладно. Давай ты, блядь, в пизду. Знаете? Иди в пизду, ты бери. Ну ладно, давай я, окей. Окей, давай я, окей. У тебя ближняя дистанция? Нет. Патрон меньше 30? Давайте я сейчас как смотрю. Не помню, блядь. Не ближняя дистанция, да?
Да. Где патроны, сука? Урон. Хочется, скажу урон. Нет, скажи, патронов меньше или больше 30? Да, хоть могу данить поражение, да, вообще охуенно. Патрон меньше 30? Патрон меньше 30? Да. Стоимость, блядь, меньше косаря? Нет. Сука. Так, хорошо. Прицел есть? Да. А цифра? Нет. Значит, либо средняя, либо дальняя дистанция. Скорее всего, дальняя. Есть прицел. Больше 30 патрон. И стоит... А, я сказал, цифр нет? Да-да-да. Есть. Так, значит, что мы имеем? Средняя дальняя дистанция. Ага. Больше 1000 стоит. Ага. Меньше 30 патрон. Ага. Цифра есть, и есть прицел. Ага. Ага. Сука, блядь. Ну, блядь, давай просто, блядь, так, нахуй. Подожди, меньше 30 патрон, да? Да. ССГ, 0.8. Бля, такой ты, да. Тупуру. Ну? Ты окончательно это? Да. Нет. Сука! А что это? Опять, опять аук, нахуй? Скар. Скар? Да. Охуенно. Ладно. Смысле, а сколько стоит муха? 1000? 1700. Ага. Да. Ну ты, конечно, пупуру, нахуй. Ну тут было сложно, ну ладно, похуй. Давай. Ближняя дистанция. Ближняя? Ближняя дистанция. Да. Меньше 30. Я не помню. Меньше 30? Нет. Угу. Такое классное оружие, я считаю. Больше 1000. Стоит? Угу. Да. Цифра в названии? Есть, конечно. Мак 9, Мак 7. То типа заключительный ответ. Мак 7? Да. Мак 7? Да. Мак 7, блять. Да. Ты в курсе, что Мак 7 нету в этой игре? Ты вон. Ну, зайди в интерьер, посмотри. Он есть. Мага. Манга 7. Чего, блядь? Че, долбоёб? В смысле, нет? Нет такого оружия. Посмотри, блядь, в инвентаре, блядь. Что ты мне пиздишь, нахуй? Не, ладно. Есть такое. Дробовик, я угадал. Мак 7? Да, брат. А, твой заключительный ответ. Да. Нет. Да что это? Мак 10. Ту-ту-ту. Пошли. У меня что? Вот. А, у меня в первом лице так и было. Вот, смотри, здесь видишь? Объект, в который можно превращаться, ебать. Да, ну ты ебанить эту карту вообще не могу. Если бы можно летать. Как превращаться? На ген подходишь и на ген нажимаешь к объекту. На него направляешь? О. У меня третьего лица, или как, ну, типа, ты имеешь в виду, что, я со стороны перчаток? Нет, из стороны, блядь, куст. Нет, в том плане, я имею в виду, вот, как, от первого ты считаешь, что у меня есть руки? У тебя нет, ты просто куст. Когда ты мне говоришь, от первого лица, это имеется в виду, как обычная КС? Да, чтобы удобнее было, ну, хочешь, можешь от третьего неудобно сделать? Неудобно, нихуя, я куст, но я, блядь, как челик. Ну, можешь от третьего сделать? Конечно, правила те же, блядь. Прячешься, но на месте стоишь, ебану, блядь, и все. Мне как будто так удобно. А как вот, если чтобы не вертеться? Да. Если ты все, вот если превратился в один куст, можешь. А там, короче, смотри, дается время. 60 секунд.
Для того, чтобы ты превратился, можешь превращаться типа по несколько раз в любой, типа, это, блядь, предмет. Но после 60 секунд, тот предмет, который у тебя остался, который превратился, например, куст, да? Ты им остаешься на всю игру. Короче, понял, да? А как обратно превратиться? Все, никак. Ты превратился. У тебя 60 секунд есть, конечно, превратиться в любой предмет. Нет, смотри, 60, блядь, смотри, ебаный ты нахуй, ебаный твой рот, блядь. А если не хочу, я поменять хочу. Ну вот смотри. В самом начале, видишь, мы появляемся, тут предмет подсвечивается. Ты можешь раз взять, вот так, хуяк, прятать, только хуяк. А если обратно хочу? И обратно все, тут прятаться только так. Прятки, блядь. Оп, я могу в несколько предметов несколько раз хочу превращаться, блядь, но... По истечении... А как несколько предметов? Вот, Марин, ты подходишь, нажимаешь Е, оп, потом Е, 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 блядь. Все. Собственно, кто первый? Давай ты. Я первый прячусь? Да. Ну, окей, заходи за КТ. Бля, давай только нахуй ограниченное. Ну давай, смотри, а иди, вот сюда. Библиотеки, иди сюда. Вот до выхода. Смотри, библиотеки. Вот до сюда, отсюда, давай, знаешь, докуда, смотри, иди сюда. Вот, давай, короче, вот, вот до сюда, типа полностью плент А, вот этот. Да. То есть вот, вот до сюда, вот до мида, вот, вот для этой полоски, вот для мида. Ну и вот сюда нельзя. Да, вот сюда нельзя. То есть вот тут на улице, блядь, полностью плент, да. И библиотека чуть-чуть, все. Все, окей. А вот эту тему? Вот эту тему тоже нельзя, так понимаю, да? Да, ну неудобно. Смотри. Где, да, как повертеться, например? Где ты, блядь? Как повертеться? Подойди к библиотеке. Вот эту хуйня, короче, тоже не считается, да? Сюда внутрь тоже нельзя заходить, за эту полоску. Да. Окей, давай. Заходи, блядь, за этот, нахуй. За КТ. Ну смотри, я прячусь, я на одном месте стою, так же и ты, блядь. У меня такое охуенное место, кстати, я нашел. Бля, ну это слишком палевная хуйня. Здесь прям. Ебал бы сейчас за рамки. Не, хуйня ебаная. Блядь, и все, дальше не могу, что ли, блядь? Бля, жалко. Блять. Ну ладно, похуй. Короче, теперь главное внимательность, понял? Да. Готов. Так. Давай. Let's go. И раунда у нас. Получается, кто больше найдет, выиграл, да? Угу. Минута 31, кстати, у тебя. Минута. 30 секунд, здесь полторы минуты по факту найти меня. Да. Время уже пошло. Я понял. Нет, как будто нет. Как будто... Так, здесь как будто... Все нормально. Так. Минута. Ну, я, давай так, хочешь подсказку сделаю, ебать? Не, пока не надо. Пока не надо? Ну смотри, 48 секунд у тебя осталось. Сука! Бля, я сейчас тебя вижу, ты в курсе? Да? Да, ты далеко от меня. Далеко? Да, да, да. Возможно. 11, 10, 9, 8. Сука! Я знал, что ты, блин. 1-0, ладно. Хорошо. Ну хорошо, да, спрятался прям. Щищ. Так, ну давай, знаешь, что я сейчас сделаю? Для разнообразия, блядь, я возьму вот это, блядь. Бля, где она, нахуй? Блядь, даже тут мало предметов, что можно реально взять. Ну ладно, я возьму вот эту хуйню. Смогу ли я туда? Хуй, да? Ну смотри, я, кстати, спрячусь сейчас довольно-таки хорошо. Ты в курсе? Все, я спрятался. Собственно, я все.
Давай сейчас, как скажешь, когда пойдешь. А, тут уже будет озвучиваться, да? Да. Бля. Let's go. Все, минут пошла. Минут 30 пошла. Бля, я вообще появляюсь. Так, у нас пока только А-плант, да, вроде? Это А же плант или Б? А-плант это. Да, собственно. Бля, мне интересно, заметишь ты меня или нет? Заметишь или нет? Опять что-то сучара мелкое. Я не знаю. Я правда не знаю. А кому? А граната ты, чтобы понял, можешь, типа, ну, кинуть, и она, типа, это, ну, огнем, типа, как молотов. Ну, я знаю, я вижу. Интересно. Так и было. Интересно получается у нас. Очень интересно. Да нет. Да. 13 секунд осталось, 10, 9, 8, 7, 6, я тебя видел, кстати, 4, 3, 2, 1, все. Ну и кем ты был? Кем я был? Вот. Все, убил. 1-1 пока. Тебе есть раунд вырваться вперед. Ну ты не забывай, что у меня тоже, блядь, я буду когда искать тебя, нахуй, пиздец, блядь, будет. Блядь, давай, знаешь, что я... Ладно, чтобы было, нахуй, интереснее, блядь. Я спрячу за самый маленький предмет. Да-да-да. Не-не-не. Блядь, как сделать так, чтобы меня не спалил нихуя? Где это, блядь, можно применить? Хуйню ебаную. Я знаю, где. Я знаю где. Вот здесь вот можно. Давай, я спрятался. Бля, ебать, у меня ой, место. У меня место прям пи***ть. Let's go, пошло время. Так. Морим быстро. Нет времени. Так. Да, главное, чтобы я, ты мне больше меня нашел, понял? Тогда тебе, бля, 2 очка нахуй дается. Ну, понял, да? Свое и еще раз свое. Интересно. Бля. Тварь ты, блядь, 2-1. Собственно, давай я за Т, нахуй, за КТ выхожу. Ты за Т. Интересненько, кто же из нас выиграет здесь? Пока счет 0-0, если что у нас. Бля, вообще нет людей. Ну, меня тоже не было, но я когда увидел, что можно в кружку библиотеку, блядь, в библиотеке превратиться, нахуй. И такие маленькие библиотеки. Ну, короче, импровизировал, понял? Так, а я пока займусь рисованием. Нечестно, бля, не успел. Ты уже еще вышел? Не-не. Вот, через 30 секунд только выйду. Подожди. Бля, нечестно, ебал рот. Нечестно сразу. Сейчас, подожди, брат. Давай. Подожди, сейчас появишься, подожди. Хочу проверить. Как от первого, блядь.
Подожди просто. Ну там лучше за третьего смотреть. Давай. И все, время пошло у меня. На время пошло. Не, подожди, подожди, брат. У меня время пошло подожди. Уже. Да, ну мне похуй, подожди, брат. Ладно, стоп, время. Время пошло. Давай. О, блядь. Ну, собственно. Нет. Сука, блядь, где же ты нахуй? Я планки не дам. Ты гранатами не пользуемся, слышишь? Почему? Потому что это имба. Ну ладно. Ты можешь сразу отсеивать, что это. Ну бывает. Ладно, ладно. Блять. Ну не знаю, я прям легко спрятался. Потому что я хотел вообще. Ну ебать, куда-то. Легко, нелегко, нахуй. Ну примеров там много, блять. Особенно когда ты играл за это, блять, и понял, что понял. Ну, тем более. Когда ты играл, блять. Нет. Не, на самом деле мне и проще, и становится сложнее, потому что... Блядь, а где что... ты? Чего? Потому что мне тупо тяжело где-то спрятаться. Ты уже знаешь, где, ты, где можно примерно спрятаться, и поэтому мне тупо сложнее. Подожди-ка, блядь. Нихуя, блядь. Ну я знаю, например. Я примерно знаю, нахуй. Ну, блядь, понимаешь, я, блядь, ну... А ты в апарты ходишь? Вот сюда? Нет. Не, ну все, значит мы туда не ходим. Я-то тоже не ходил. Блядь, а где ты? Ну, я говорю, как мы... Как мы ходили, чего? Как-то... Ты говоришь легче, где нахуй? Блять, да ну нахуй. Ну, скажем так, ты был близок, на самом деле. Охуенно, спасибо. Блять, да нет, я не хочу проебать. Подсказка, ты был близок, брат. Но я уже примерно запомнил, где какие предметы. Блять, мне минут, у меня все вышло, блять, время. Где ты был? Вот смотри, где... Стой. Иди назад. Иду. Назад. Стой. Подожди. Ты можешь где двинуться. Вот это? Ты можешь двинуться. Дырка. Нет, давай, где дырка? Какая нахуй? Ну и. Я вот здесь где-то. Блять! Ебаная эта кружка, блять. Блять. Ну я хотел вообще по-другому. Видишь, он даже я левитируюсь, я не стою. Да я понял. Ну дырка я даже не нашел, ебаный, блядь. Стос, блять. Ну получается, либо сейчас ничья, либо ты выиграл, блять. Получается, что не давай. Да, я хотел, вот я хотел сейчас гениальную тактику, пиздец. Но блядь, очень бесит, что тут ограничено. Ну да. Вот это прям. Не, бля, подожди. Бля, я такую сейчас придумал схему, но только из-за того, что нельзя. Ой, сколько осталось время? Ну бля, ну ты так такое уебище. А я меня вообще видно, я не знаю. Я тебя не вижу еще. Не, я просто не понимаю. Тебя видно? Ну давай так попробуй. Ну вот у тебя еще время есть, у меня еще несколько секунд есть. Ну давай попробуем. Ну тут 31 у меня есть. Ебать это мало, кстати. Ну не, на самом деле не, нормально. Давай, я погнал. Ну типа нет, это было бы мало, если бы тут было можно было почти за все превратиться. Да. А тут вообще не за все. Сука, блядь. Больше, тут больше половины нельзя. Вот что бесит. Бля. Ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу. Блядь, ну у меня есть, знаешь, чуйка, что-то где-то здесь. Бля, ебать, это, ну это сложно, нахуй, хуй его знает. Ну не. Ну типа, с учетом того, что типа я, нахуй, как я играю, блядь, на этих картах. Типа я дохуя. Это сложно было бы, если бы реально можно было за все предметы, и можно было прям реально запрыгивать, и вот помню, то, что вот помнишь, ну, да, вот, как да, я да. стоял. Ну, тут можно, ну я... когда швабр был, я вот тут, короче, блядь, ну в этом, ты видел, ну, видел, да, где? Я менял, типа, именно сам этот, блядь, расположение. Ну вот видел, когда вот, видишь, я кружка, я вообще хотел за деревяшку, понял? Или прям за нижний кирпичик. Чё, блядь, где ты нахуй? А так получается, что вот если бы ты был внимательный, ты бы меня сразу видел. Да, нахуй. Спасибо, блядь. Спасибо за комплимент, что я не внимательный, нахуй. Ну я тоже не внимательный, просто я не видел. Блядь, а ты помнил, это какой-то раунд, ты просто где-то прыгал даже, я и то не помню где-то. Да ну нахуй, ты чё, блядь, угораешь? Подожди, блядь. Либо я ебал, блядь. Да. Либо, блядь, нихуя не едет. Чего? Ну все, блядь. И чем ты был, нахуй? Где, блядь, ты?
Ну выйди ты, ебаный. Ты можешь просто... Брат, я стою. Чё, блядь? Стари. А, блядь, ты что, вот так, блядь? Нормально. В чем я, кстати, стрелял. Граната, понял, поможет только. Я понял. Еще раз? Да. Ну, конечно, ты уже выиграл, да, чисто для интереса так. Ну, хуй знает. Ну, я все, ты два раза меня нашел, два раза тебя не нашел. Все, у меня один раунд остался, ты че? Бля, ну это очень ее обычно. Давай. Сейчас я как будто легче спрятался вообще там. Да. Let's go. Как будто бы легче, блять. Ну как будто вот прям сразу ты сейчас поймешь это. Да, нахуй, спасибо, блять. Блять, такой я уебан, блять, просто. Почему? Ты ебать, я прятался на. Слишком долго просто смотришь в эти листаешь. Да. А, ну. Ну, блять. Ну все, блять, получается 2 балла тебе нахуй. Получается. Да, блять. Да. Что, да, получится. 3 раунда же сыграли. Да, 2-0 нахуй. Ну, понятно, блять. Чё понятно? Ну, самое обидное будет, да. Если мне такие, блядь, ты просто узнаешь, какие мне выпали оружие, если я проебу здесь в сосу опять, ну я в рот ебал, блядь, просто. Ты, скорее всего, выиграешь, потому что у меня... Ну, хуй его знает. Чё следующее, паркурчик или напарнички? Давай паркур чисто. Давай паркур, давай. Ну, ты не знаешь, что для паркура, блин, взять. Ну, я уже, я выбрал. Чё, ты угадываешь первый? Потому что я угадал первого в начале, давай. Давай ты угадывай. Я угадываю. Давай. Давай, без проблем. Блин, подожди, дай, подожди, подожди, дай, я подумаю, что взять. Давай, без проблем вообще. Что у меня уже все готово. Блин, ну я не знаю. Ну я рассчитываю на то, что типа я выбрал то, что легче, типа понял, легче возможно и типа поможет как-то в паркуре, то есть как-то вот так. Хорошо, да, я выберу вот это, может быть я так за счет этого выиграю. Бля, я в рот ебал, если ты выиграешь, нахуй, просто нахуй, это что, бля, тогда? У меня, есть оружие, которое может мне помочь, но оно может, ну как бы, с одной стороны, мне быть в минус. Просто я не знаю, что у тебя. Хм. Ну, выбирай так, как считаешь правильным. Просто... Я не знаю, как правильно. С одной стороны, я могу... Ну, типа, выбери то оружие, где, типа, ты будешь быстрее бегать, и тебе будет проще прыгать. Понял? Вот такая тема. То есть оно не прямо за... Оно не медлит так. Давай, дистанция средняя? Да. Так, больше 30 патронов. Патрон больше 30? Нет. Есть прицел? Нет. Значит, средняя дистанция, да? А стоит больше 1000? Нет. Что, блядь? Средняя дистанция? Не больше 30 патрон? Нет, блядь, нахуй прицела? Ну, очевидно. И да. Стоит меньше 1000? Категория, по крайней мере. Категория, по крайней мере, еще есть все. Есть ли цифра? Есть. Ну, давай я скажу, ладно. Бля, рискнуть или не рискнуть? Не знаю. Просто ты как-то быстро думаешь, ты... Ну, я просто примерно понял, что это, блядь, но ебать. Я сейчас могу зайти подсказку, которая мне, типа, либо скажет, что это точно оно, либо нет. Ну, типа, уже смотря как. Ну, смотри, либо же рискнуть, нахуй, как в прошлой серии, блядь. Можешь рискнуть, можешь получить 1 балл. Можешь, если ты уверен, можешь ты получить сразу 3. Давай подсказку, нахуй. Ну, этого числа, у этого оружия только 1 буква. P250? Да. Нихуя, 1 балл. Хоть что-то, блядь, 2-1. Давай, ты, блядь, let's go.
Да, я, кстати, думал на Юм 45, я думал, кстати говоря. Зачем-то. Давай так, сейчас. Давай, let's go. Такое у меня оружие, кстати, прекрасно для паркура. Охуительно. Это ближнее? Нет. Больше 30 патронов? Нет. Прицел есть? Нет. Меньше 1000? Да, меньше 1000 стоит. И меньше 30 патронов? Да. Меньше 30 патронов. А есть ли цифра или число? Нет, 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 нет. Интересно, да? Сука. А, блядь, давай, что ты там, блядь, говорил, нахуй? Категория тебе ясна, я думаю. Ну, кстати, туда. Да. Тут ясна категория. Ну, не ясно, что. Тут 4, по факту, претендента. Да, но я даже знаю, какую подсказку сделаю. Если ты ее возьмешь. Надо. Не надо. Это нихуя. Дизель тыкал. Ты точно ответ? Да. Нет. А что? USP. Сука. Ну, блядь. Ну, ты в любом случае меня ебешь еще, блядь. Давай иди нахуй, ебаный сыр, блядь. Я хуею, блядь. Ладно, паркур, да, значит, у нас. Все, let's go, получается. Вот туда. Нет, дай мне револе. Вот тебе, блядь, по 250. А, у меня по 250. Да, блядь, что ты нахуй, блядь, пошли. Вот туда, получается. Бля, наверное, зря я выбрал, ебать. Да, не, let's go, зашел. Ну, давай. Не, для напарников. О, блядь, что это за хуйня? Отстань. Мы одновременно умерли. Чё, на поебать? На по нахуй. Да. Бля, ну сейчас я хуй знает. Бля. Сделал я правильно или нет? Я тоже, блядь, не знаю нахуй, как уже выиграть. Вот эту хуйню, блядь! Оружие вот, которое я. Давай, ты отгадаешь первый. Я ебал нахуй. Больше 30 патронов. Больше. Больше 30 патронов? Да. А, но это есть погугу, если погуглить, там да больше, да. Есть прицел? Нету. А, это на... Чего? На ближнюю дистанцию. На ближнюю? Да. Нет. Нет. Сука, блядь. Ну я в ахуе просто, блядь. Есть в названии это цифра или число? Нету. Больше 30 патронов? Больше, больше. Ты уже задавал, да. Я просто забыл. Сейчас будет, блин, какая-то... У тебя только стоимость осталась, только стоимость. Больше 1000? Да. Стоит, да. Сука. Ну, это охуенно. А я что спрашивал, ближний или дальний? Ты сказал ближний, я сказал нет. Негер? Твой заключительный ответ? Негер. Нет. Что? Галил. Давай, let's go. Больше 30 патронов. Ну вот сейчас я это проверю. Больше 30 патронов? Нет. Нет. Прицел есть? Нет. А цифра? Сейчас. Есть. А еще ты дистанцию спросил. И стоимость. И стоимость. Стоит больше. Хорошенько, чтобы сразу... Стоит больше косаря? Нет. Нет? На ближняк? Блядь, вот, конечно, хуй знает. Нет. Нет? А-а. Нет, нет, 100%. Ну, как создано, типа? Как создано, нет, даже, чисто логично. Блядь, спасибо, нахуй. Бля, ну мне бы сейчас, конечно, без подсказки угадать. То есть не на ближнюю, меньше 1000. Ну, подумай прям хорошенько, тут дай сразу в лоб. Больше 30 патрон? Нет, не было проще. А цифра в названии есть? Да. Сука.
Так, что я имею, блядь? Короче, не ближняя. Не ближняя. Меньше косаря. Но уже, получается, не дробовики. Да, но больше 30 патрон. Верно? Нет. Нет, не больше? Нет. Не больше 30. Не больше 30 патронов? Есть цифра, но нет прицела. Да. Блядь, у меня столько сейчас, блядь, вариантов крутится. Но это, получается, не больше косаря. Да. Правда, ну, это понятно. Что... Не, я понимаю, что это, но, блядь, у меня там несколько вариантов просто есть. И то у тебя дохуя вариантов, как бы сказал. Сука. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вариантов. Так найн? Точно? Да. Нет. Блядь. Что это было? Это было бы тяжело, на самом деле. А что это? Револьвер. Ах, блядь, блядь. Пу-пу-пу, до свидания. Ну тут большой разброс, проблема. Сука, я даже не подумал, нахуй. Ебать. А сам причем в самом начале сказал, блядь, у револьвера есть, нахуй, цифры есть, бля, ёб. Ревик взял? Да-да-да. Давай, покупай. Я с хиспом гоняю, нахуй. Шо, тут, блядь, нет, нахуй, Галила. Да, ну-ка, я думаю, даже посчитаю точно, блядь, сколько там получилось. Нет, либо, ну, в любом случае. Я не знаю, не помню, просто отгадал или... Да, посчитаю в любом случае, а не плент. Да, уже бонус. Попал. Ты чё, блядь, смеешься нахуй с револьвера, блядь? Ну, он в таком выгодном положении, брат. Сейчас, давай возьмем небольшой перерывчик. Блядь, ну это просто пиздец. Да не, я не... Что-то... Это пизда, нахуй. Я расстроен просто, блядь. Еще не все потеряно. А почему он не умер? Давай возьмем перерыв. Блядь, третий раз от... Что это за... Блядь, третий раз, нахуй. Третий. Просто третий. Я хуею, блядь. Просто в шоке, блядь. Три раза подряд просто проебать на пустом месте, нахуй. Ну, я отыграюсь еще, нахуй. Я еще отыграюсь, пизду, блядь. Я еще, нахуй, отыграюсь, блядь. А, да, блядь, челик. Бля, а время закупки вышло. Ну да. Да, я просто не успел чисто. Бля. Ну я нахуй еще отыграюсь, пизду, бля. Я еще отыграюсь, блядь. Я отыграюсь, нахуй. Я покажу, кто тут, блядь, по-настоящему, блядь, может выиграть. Ну он нахуй. Блядь, три раза. Я хуею, блядь. Третий раз, блядь. А, блядь, я хотел закупиться, нахуй, прикинь. Блядь, что-то... Да-да-да. А, сучка. Соси хуй. Накоцал. Найс. У меня. Я думаю, еще шок ходит. Ой, бля. Do not be afraid. Let's go. Да, блядь. Спасибо, брат. Да нахуй, пожалуйста, блядь. А, у меня тут чел. Бля, я не понимаю, нахуй, просто. Ну вот тоже, я бы сейчас мог. Бам-бам. Да. А как быстро стрелять с его лево? На право. Но он там не попадает. Не забывай, там броню может покупать тоже, если что, блядь. Не, я знаю. Бля. Сука.
Блять. Просто вот, знаешь, такое, такие оружия были нормальные, блядь. Реально вот выиграть надо. Просто. Вот такая. Вот такая вот хуйта. Шорт, шорт, шорт. И кар. За тебя. Ну, блядь. Бля. У меня просто прицел в одном. Они постоянно стоят в одном и том же месте, надо их просто на этом ловить. Блять, опять я хотел закупиться, ёбаный. Ладно, похуй. Не, надо просто ловить их, брат, что кидать болт гранату, когда он закупает. Да. Они... Просто давай кидаем сразу просто под ноги огонь и все. Попал его, попал, попал. Ну он вот здесь. На шорт ставит. Найс. Я смотрю. Ты чё, охуел меня тут ебать даже, блядь? 8-3. В шоке, блядь, я в шоке. Какой хороший, блядь. Не, надо его просто ловить, наверное. Просто кидать моментально огонь, чтобы он ставит. А он тушит дым. Ну тогда гранаты сразу. Попал, попал, попал. На шорт ушел. Нет, здесь. Вверх-вниз. Я улицу пойду. Здесь окно. Угу. 48. 48 тот. Ёбок, не похуй. Я похуюсь по жизни. Да ты уебан, блядь, сюда вернись! Ебал нахуй. Бля. Ну вот ты уже догоняй, ты уже 8, все. Да нахуй, а кто-то 11, блядь, уже. Ну и чё, сейчас 2 кило делаешь, все, я открыл. За кил уже 2 дают. Мне с револьвера в любом случае тяжелее. Я и то убил. И то убил. Да, чё, спасибо, что ты не мешаешь специально. Я тебе специально не мешаю. Пожалуйста. У меня здесь. Спасибо, что ты мне сказал, да, ну, блядь, специально. Я ебал, да, я, вот это нечестно. Да я откуда знал, я только флинту знал, что челик. Где он, блядь? Ну иди дефьюз, заебал играть на киллу, блядь. Тоже давай выиграть хоть. Тебе же за дефьюз дают? Не помню, за дефьюз уже дают. О, все, у кого я с ним даже не стрелял, а вот у того подобрал. Не, я понял. Блять. Да, 2-6, нахуй, пиздец. Ну сейчас, подожди, сейчас Галил ворвется, хорошо будет все. А, блядь. Был неплохо. На самом деле выиграть, если честно. Блядь, ну не сейчас, ладно, потом. Ну я хоть с блоком буду, блядь. Галил? Да. Спасибо, нахуй, блядь. Ну ты заебай, ты тупорылый, конечно, ты уже пробежал. 1 у себя на базе. О, блядь! Минус 12. Ебать, анимация жестко, да? Да я твою маму, да. Мне кажется, они с говном хоть хуярят. Да нет. Нет, просто чел прострелит прям четко в меня. Это проблема, да. Что, погнали в плент, ебать, заебал. Ну давай попробуем в плент, да. Ай, блядь. Галил ворвется сейчас хорошо, спасибо. Бля, я охуенная граната купил. Где слева? Минус. Ставь.
Как ну хорошо. Все, ты... Нихуя, еще 13-15, бля, какой, блядь, подожди, блядь. Ну да, чел. Так а какой смысл? Ты в любом случае выиграл по баллам, понимаешь? Охуенно, бля. А где карта у меня? У меня карты нету, слышь? Не знаю. Охуительно. А чё у меня карта нет, подожди? Что я жмал, блядь? У меня карта нету, блядь. Блядь, бред, ну как вот тупорый дикрейт, блядь, я же уже отошел за стену. Да. Пошли, я с тобой сгоняю, похуй. Ну, он сейчас будет вот здесь. Здесь. Он постоянно здесь ходит. До свидания. Бля, батя косой нахуй. Убил. Блять! Давай, 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 нагибать их. Что? Да еблан. А кто выиграл-то из нас? Ты. В одно очко, блять. В одно, да, в одно очко. Ну и какой это вкус победы? Может, расскажете? Вообще похуй. А то три серии там не выиграл нихуя. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Такая вот серийка получилась. Вот такая серийка получилась. Блять, три раза проебал. Это пиздец. Я вообще, наверное, на монтаже, конечно, сколько там баллов, но... Третий раз подряд это такое. Поддержите хотя бы меня лайком, подпиской. Вам не сложно, мне приятно, только поддержка мне. Телеграм все есть, да, на экранах, там, блядь, в описании, там вот ссылочка, да, есть все хорошо. Там, блядь, просто инсайды и, блядь, иногда инсайды и чаще всего там удаление видео, чтобы вам было удобнее просто. Все, спасибо за просмотр, ребят. Лайк, подписка, еще раз повторюсь. Ваша поддержка мне, спасибо огромное, кто это сделал. В принципе, все. Спасибо за просмотр еще раз, надеюсь, вам понравилось. Видим в следующих сериях, в других играх. Или... Кресте Фортуне, ну, скажи, в других играх прохождениях. Давайте.